Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4-й квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир канала РЕН. Продолжают новости Анапа регион. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Итак, сегодня в выпуске. Равнение на казаков. По результатам уходящего года самую лучшую работу среди народных дружин показала казачья. Безбарьерная среда. Насколько инфраструктура Анапы адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья. Вдохновение по-детски. Ежегодный творческий конкурс среди юных авторов зажигает новые звезды. Анапа готовится к новогодним праздникам. Вопросы организации занятости и безопасности детей на новогодних каникулах сегодня обсуждали в администрации города на заседании межведомственной комиссии. Праздничные елки в этом году начнутся уже с 24 декабря. Пройдут они в городском театре, в Центре культуры «Родина» и «Молодежный». А 27 декабря делегация анапских детей посетит губернаторскую елку в Краснодаре. Как заверили в администрации, без внимания никто не останется. На празднике запланирована обширная культурная и спортивная программа. Управление образования на базе школ планирует привлечь к участию в мероприятиях почти 25 тысяч ребят. Только досуговых площадок будет работать почти три десятка. Все ребята, которые захотят принять участие или в мастер-классах, или в каких-то соревнованиях, или, может быть, в каких-то клубных, так скажем, формированием, где-то рисуют, где-то лепят и так далее. Вот. Но хотелось, чтобы действительно они были заняты вот целый день. Наши спортивные залы будут работать до 9 часов вечера. Вы слышали тоже, мы этот вопрос ставим на контроль. И я думаю, что если все у нас получится, то два основных направления – это безопасность детского отдыха и занятость. Мы выполним эти две задачи и с хорошими результатами войдем в 2017 год. Анапчанам не часто выпадает удовольствие насладиться снегом, но большие снежинки все равно украсят наш предновогодний город. Вчера они зажгли световой иллюминации улиц. Глава города Сергей Сергеев побывал в цехах организации, где рождаются новые объекты декора. Казалось бы, чего тут особенного? В новогодних огоньках, гирлянд, украсивших елочки, в открытках баннеров, напоминающих нам о приближающемся любимом празднике. Только город, всегда принимающий гостей, просто обязан быть нарядным. И над его украшением подумали заранее. Яркие светодиодные шары, световой иллюминации и кружевные снежинки, морозные узоры перетяжек на главной улице поддерживают общий предновогодний облик города. Глава города Сергей Сергеев побывал в цеху Римстроя, где придумывают и воплощают в жизнь новогоднее убранство. Опытный газоэлектросварщик Борис Федосеев привычным, выверенным на десятках деталей движением режет арматуру, из которой потом складывается металлическая основа для светодиодных конструкций. Реконструкция памятника «Три свечи» тоже доверена Римстрою. Чтобы установить отреставрированные свечи, ждут только хорошей погоды и обещают к 5 декабря эту работу завершить. До 5-го обещали. Сегодня мы положили плитку, все. Монтировать сегодня не будем, потому что еще свежий клей. Нет, ну и мороз уже не надо делать. Выберите плюсовую температуру. Глава города доволен ответственным подходом к делу всего коллектива и предлагает подумать уже над расширением производственной базы предприятия. И потихоньку прорастать уже цеха. И площадку будете содержать. Конечно. И место хорошее. Сергей Сергеев отмечает, что так относиться к любимому городу необходимо каждому. Особенно, когда речь идет об имидже Анапы, встречающей гостей, принарядившейся к Новому году. Оригинально оформленные витрины магазинов, ресторанов и кафе – это тоже желание горожан проявить свое гостеприимство, удивлять и радовать, как и положено в преддверии праздника. И к другим новостям. Казачья народная дружина признана лучшей. Участники совместного заседания Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и штаба по взаимодействию в области организации участия граждан в охране общественного порядка, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних подвели итоги деятельности за год, а также наградили лучшие народные дружины курорта.
Как отмечают в управлении по взаимодействию с правоохранительными органами и общественными объединениями, благодаря комплексу совместных профилактических мероприятий в Анапе значительно снизился уровень преступлений в общественных местах. При участии народных дружин только за 10 месяцев текущего года было сформировано 707 рейдовых групп, которые посетили на дому 1099 подростков, состоящих на профилактическом учете, и выявили 115 несовершеннолетних в вечернее время. По результатам уходящего года подведены итоги смотра конкурса народных дружин Анапы. Дипломами и денежными премиями награждены за третье место ЗАО «Зеленстрой», за второе место отделение ДСАФ России. Лучше признана народная дружина Анапского городского казачьего общества, которой также вручили переходящий символ. Самых активных дружинников наградили денежными премиями и благодарностями главы города-курорта. То, что вы делаете, а делаете вы не за благодарности, в принципе, не за премии денежные. Самая главная благодарность – это наша благодарность, благодарность наших жителей за то, что благодаря вам не допущены серьезные какие-то общественные резонансные правонарушения. То есть благодаря вашей работе наши отдыхающие жители города могут чувствовать себя в безопасности. Анапе грипп не страшен. Главный санитарный врач курорта Лариса Медведева об эпидемиологической обстановке в городе и районе. На сегодняшний день в Анапе от гриппа привито 90 тысяч населения, практически половина всех жителей. Это больше на 40 тысяч по сравнению с результатами вакцинации прошлых лет, начиная с 2011 года. И это значит, что если даже грипп и попадет в Анапу, то эпидемиологического подъема быть не должно, так как создана необходимая иммунная прослойка. А вот от ОРВИ и от простудных заболеваний никуда не деться. На сегодняшний день заболеваемость ОРВИ имеет незначительный сезонный подъем. За прошедшую неделю мы зарегистрировали 15 случаев заболевания острыми вирусными инфекциями дыхательных путей множественной неуточненной локализации. Это пока что ниже эпидемического подъема в 38 раз. На курорте один случай гриппа лабораторно подтвержденный зарегистрирован у жителя, временно находящегося в городе курорта. Он прибыл из Нижнего Тагила. Среди местного населения гриппа мы пока что не зарегистрировали. Заболеваемость ОРВИ среди детей в организованных коллективах находится на особом контроле государственных органов, и в случае роста заболеваемости будет решаться вопрос о закрытии классов, групп и прочее с начала подъема заболеваемости. Роспотребнадзор ведет ежедневный мониторинг заболеваемости в школах и детских садах. На сегодняшний день эпидситуация осложнена в двух учреждениях. Детский сад Джигинка, где зарегистрирован случай менингококковой инфекции, тоже тяжелая невирусная менингококковая инфекция, но тем не менее, полный комплекс противоэпидемических мероприятий в этом детском садике среди контактных близких проведен полный. Сейчас находятся они на особом контроле, мы смотрим, предупрежден весь детский сад. И, значит, ситуация по заболеваемости простудными заболеваниями зарегистрирована в школе номер 7. Имеется подъем заболеваемости, но все диагнозы стоят ринофарингиты. Даже ни одного случая ОРВИ не поставлено. То есть имеет место быть, видимо, какая-то бактериальная, простудные заболевания и так далее. В школе введен ряд временных ограничений, отменена кабинетная система обучения и массовые мероприятия. Дети находятся под контролем медиков. Как только эпидобстановка улучшится, школа заработает в штатном режиме. Более подробное интервью с главным санитарным врачом Анапы об эпидемиологической обстановке и необходимых мерах в случае вспышек сезонных заболеваний смотрите на нашем сайте. В эту субботу в мире отмечают День инвалида. В Анапе проживает более 11 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. В зоне особого внимания властей города-курорта реализация программы «Доступная среда». Этот путь по городским улицам Марина Буковец проделывает ежедневно, и он перестал быть тернистым. Есть пандусы, съезды на пешеходный переход. По ее словам, пока такая инфраструктура в спальных районах есть далеко не везде. Однако ситуация меняется в лучшую сторону практически ежедневно, в том числе благодаря конструктивным отношениям общественников и муниципалитета. Я считаю, что улучшилось. Нас стали слышать, нас стали приглашать. И мы, в общем-то, какие-то мы свои выводы сделали. Может быть, где-то мы были более жесткие, сейчас мы стали мягче. В этом году открылся пляж, который оснащен по последнему слову требований времени для купания тех, кто перемещается на колясках. Анапа, включившись в работу по созданию безбарьерной среды, осваивает требования, предъявляемые ею, а также общественниками. И зачастую именно они помогают уточнять конкретные детали. Так, в школах появились специальные лифты, в городских учреждениях культуры – подъемники, а детский сад «Пчелка» стал известен на всю страну благодаря программе по реабилитации детей с помощью адаптации инвалидов в среде своих сверстников. Надо сказать, что
динамика у нас положительная, и я уверена, это происходит благодаря действительно вот той системе работы, которая сложилась в муниципалитете города-курорта Анапы. Есть понимание между со всеми структурами. Эта работа, она дает хорошие результаты, потому что с каждым годом количество доступных объектов становится все больше. Ежегодно формируется и проходит согласование минимум с тремя общественными организациями список приоритетных объектов, которые должны быть доступны широкому кругу людей. Если 2 года назад их было 100, то сейчас речь идет о 300 и больше учреждений. Так постепенно формируется та самая доступная среда. В Анапе получил постоянную прописку краевой специализированный форум «Гражданская консолидация», своеобразная оценка тому, что уже сделано, а также мотивация на дальнейшую работу. В Анапе с 1 по 10 декабря отделом ГИБДД проводится операция «Автобус». В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по вине водителей автобусов, а также выявления и пресечения нарушений правил безопасности при перевозке людей. За 11 месяцев текущего года ДТП по вине водителей автобусов возросло на 67%, а количество пострадавших в них увеличилось на 66%. В связи с этим полицейские проводят комплексную проверку. С января 2016 года составлено более 500 протоколов на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В рамках профилактического мероприятия проверяют не только автобусы, но и такси. Сотрудники ГИБДД призывают анапчан и гостей курорта делать дороги безопаснее вместе и сообщать о грубых нарушениях правил ПДД перевозчиками в дежурную часть по телефону 8 86 133 4 68 82 и 02. Открыть новые яркие таланты и дать возможность юным авторам, ученикам школы, гимназии прочитать со сцены свои стихи и рассказы – вот главное призвание доброго и светлого ежегодного конкурса «Вдохновение», который сегодня прошел в Анапском центре творчества. На мероприятии побывала наша съемочная группа. Несмотря на то, что конкурс проводится для школьников, все организовано серьезно и по-взрослому. Ведущий, микрофон на стойке и профессиональное жюри, в которое входят члены престижных творческих союзов. Я участвую в составе жюри конкурса «Вдохновение» уже 13-й год подряд. И каждый раз, участвуя в этом замечательном конкурсе, получаю огромное удовольствие от того, что вижу новых интересных авторов, новые интересные рифмы, новые интересные придумки, сказки, фэнтези, самый разный спектр жанров. Очень радостно, что в нашей Анапе так много талантливых детей, так много талантливой молодежи. Темы юных поэтов и прозаиков волнуют самые разные. В их произведениях можно найти и трогательные посвящения маме, и признание в любви своей малой родине, Анапе и Кубани, и веселые истории школьной жизни, а также сказки о братьях наших меньших. А вот участники из старших классов пробуют силы в таких жанрах, как фантастика, фэнтези и авторская песня. Наша жизнь невозможна без творчества, и каждый человек может творить. Я хочу представить свою работу «Хочу быть», и в ней я расскажу о том, что все люди счастливы, но они этого не ценят, к сожалению. Некоторые школьники и гимназисты участвуют во вдохновении не первый год и каждый раз стремятся удивить новыми гранями своего творчества. Стараются повысить уровень литературного мастерства и произвести впечатление на жюри заковыристыми рифмами или неожиданными темами. Наш мир из заветных желаний развеян, как ветром ковыль. Мы счастье найти не сумеем в погоне за завтрашним днем, что стало, уже не изменим. Что было, уже не вернем. Ежегодно конкурс «Вдохновение» зажигает новые яркие звездочки. Причем победителей ждут не только заслуженные аплодисменты зрителей и почетные грамоты, но и самый серьезный приз – публикация в городском литературно-художественном альманахе «Парус». А это значит, что познакомиться с творчеством юных авторов, которые стали лауреатами, появится у самого широкого круга читателей. А я напоминаю, что наш генеральный партнер, производственное предприятие «Меркурий-2», приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете также найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4-й квартал 2016 года. Звоните 48 300.